На площади Дворца культуры «Современник» необычно многолюдно для середины рабочего дня. Здесь собрались несколько сотен зареченцев, чтобы присоединиться к патриотической акции в поддержку российских военнослужащих. Наша ветеранская организация в полной мере осознает, с какими сложностями мы сейчас там столкнулись, как наши воины исполняют там воинский долг. Мы, как молодой голос страны, хотим с гордостью заявить о поддержке наших братьев. Непростую задачу выполняет наша армия, и мы должны, как общество, как молодежь, поддержать наше государство, поддержать нашу армию, поддержать нашего президента. Акцию провели по инициативе общественных деятелей и гражданских активистов. К ней присоединились сотрудники предприятий и организаций Заречного. Свой вклад в поддержку российских военнослужащих внесли и творческие коллективы города. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».